Все понятно. Только где-то и это непонятно. Справа и слева. Вот ты зашел. Никита, Никита, вы здесь первый ряд? Понятно, мы стоим с вами. Так, мы все в курсе. Сегодня мы чествуем выпускников нашего города, которые своим умом, трудом заработали и получают первые в своей жизни весомые награды, медали администрации города Горловка за усердие. Мы поздравляем Шакотину Анну Вячеславовну, выпускницу Горловской гимназии номер 65 и призера городского этапа президента кандидат по английскому, русскому и украинскому языкам. Школы. Вы достойно шли по пути к вершине знаний. Первый этап, самый сложный, на этом пути вы прошли отлично. 43 выпускника, это вы, дорогие ребята, стали обладателями золотых и серебряных медалей. А сегодня вы стали обладателем городской медали за усердие. Знания, полученные в школе, это ваш багаж, ребята, это ваше богатство, это ваш клад, это точка отсчета в будущей вашей жизни. Впереди у вас взрослая самостоятельная жизнь. И я от всей души желаю вам, чтобы ваши мечты, ваши планы обязательно осуществились, чтобы вы сумели достичь своей цели. И тогда вы обязательно будете счастливыми, мудрыми, успешными и, конечно же, самодостаточными. Дорогие мои родные коллеги, я искренне благодарю вас за высокое служение своему делу, за ваш высокий профессионализм. Искренне хочу поблагодарить наших родителей, уважаемые родители. Спасибо вам за вашу любовь к детям, за вашу заботу о детях, за то, что все эти 11 лет вы были рядом с нами. Успехов вам и в добрый путь, наши дорогие выпускники.